Добрый день, меня зовут Олеся Халецкая, и сегодня тема нашего общения – это болезни почек и пути их лечения с помощью приборов частотной резонансной терапии SmartLife. Немножечко расскажу о себе. Я с 2012 года являюсь руководителем оздоровительного центра в городе Львове, центр инновационной медицины SmartLife. И, соответственно, наш центр имеет очень много за это время различных результатов за время своей работы. И сегодня я бы хотела сконцентрироваться больше на, конечно же, на болезнях почек. Что касается также сети центров инновационной медицины SmartLife, то именно тогда, в 2012 году, и начался старт в, скажем так, в работе сети центров, именно как центров, которые занимаются монотерапией, приборами частотно-резонансной терапии. Также, кроме этого, я являюсь сооснователем компании Smartis System, которая непосредственно и занимается дистрибуцией и производством приборов частотно-резонансной терапии. Итак, сегодня я немножечко расскажу о том, насколько важно для нас, чтобы все наши пациенты получили свои результаты, потому что в сети центров инновационной медицины SmartLife мы используем только монотерапию приборами SmartLife. Соответственно, у каждого нашего пациента есть такой прибор, который он приобрел для себя, и дальше он с помощью этого прибора получает результаты. Как пользоваться прибором, как работает прибор, об этом всем вы можете посмотреть более детально на нашем YouTube-канале, на нашей странице в Фейсбуке, в Инстаграме, в соцсетях, а также на нашем сайте, который называется, соответственно, smartisystem.com. Что касается нашей задачи, как сети центров SmartLife, мы ставим перед собой такую амбитную задачу, да? Во-первых, помочь людям избавиться от своих заболеваний с помощью частотного резонанса, не навредив при этом своему организму побочными эффектами от таблеток, да? Мы видим лечение без антибиотиков, без каких-либо препаратов, как серьезную альтернативу. И это наша главная, скажем так, миссия – помочь людям обрести свое здоровье и быть здоровыми без лекарств и таблеток. Кроме этого, мы стоим всегда на защите здоровья и интересов своих пациентов. Потому что у нас как бы сложилось такое мнение, да, что пациент, он всегда ищет то, что лучше всего для своего здоровья. Как защитить себя, мы практически никогда не знаем. Мы ходим с одного медицинского центра в другой, с одной поликлиники в другую, и всюду ищем каких-то вариантов, но в конечном итоге не всегда получаем тот желаемый результат. И сеть центров инновационной медицины SmartLife ставит перед собой также такую задачу помочь человеку разобраться во всем самому, самому взять контроль над своим здоровьем в свои руки и сделать это максимально эффективно. А эффективно это можно сделать только имея абсолютно эффективные, высокопродуктивные и инновационные инструменты, такие как приборы. Сегодня наша тема не об этом, сегодня мы будем говорить больше о болезнях почек и о том, как же мы, какие результаты с помощью прибора мы получаем именно в лечении болезней почек. Почки – это выделительный орган, который помогает нашему организму как системе и который отвечает за то, чтобы помочь нам выделить все, что ненужное, все, что накоплено из нашего организма, выкинуть это. Да? Выделительный – это говорит о том, что как бы он помогает нам выкинуть все ненужное. Ну, если так по-простому объяснять, да. Соответственно, почки у нас страдают когда? Когда жарко и учащается водно-солевой обмен, да, когда мы употребляем больше воды, чем обычно, да, тогда нагрузка на почки становится больше. Тогда нагрузка становится больше и на выделительные системы, потому что мы больше потеем, больше отдаем, да, вот этот тепловой обмен становится более интенсивным. Поэтому летом это особенно важная тема.
Также почки страдают, когда мы пьем алкоголь, когда мы пьем газированную воду, да, или там какие-то напитки, которые это не просто вода, а еще что-то дополнительно, потому что им нужно это все отфильтровать, очистить и сделать это максимально хорошо. Также почки болеют, когда у нас или слишком холодно, или слишком жарко, да? А летом у нас такая ситуация, когда мы можем, когда жара, мы можем вспотеть, да, а потом пройти где-то, где кондиционер или где какой-то ветерок и так далее, какой-то сквознячок, и сразу становится холодно. И вот эти перепады всегда для наших почек губительны. Что же тогда происходит? У нас происходит обострение. Такие обострения могут быть связаны как раз с тем, что нарушился баланс, да? Был баланс какой-то определенный, мы держали, и тут нарушился баланс, пришло обострение. Какие же бывают болезни почечные, да? Ну, во-первых, это, конечно же, те болезни, их можно поделить на две основные категории. Это болезни, которые уже серьезные заболевания, хронические или же острые, которые ведут к изменениям в органе, да, когда уже почки не могут исполнять вообще свою функцию. Это такие, как гломерулонефрит, это такие заболевания, как, которые приводят даже к гемодиализу. Да. И есть вторая группа заболеваний, это те заболевания, которые только идет речь о нарушениях функции почек, как бы они работают, но функция немножко нарушена. Такие заболевания, как мочекаменная болезнь, мочесолевой диатез, это могут быть различные заболевания, связанные с различными камнями в почках, да, это там уритмии и так далее. Вот. Что касается таких заболеваний, то они очень хорошо поддаются лечению с помощью частотно-резонансной терапии. Что же такое камни в почках и что такое песок? Да? Почему он появляется? Ну, как бы связано это с мочесолевым обменом, водно-солевым обменом, да, и при таком нарушении водно-солевого обмена меняется также химический склад в крови, что ведет к тому, что в наших почках появляются такие микрочастицы, которые мы потом можем называть песок или же соли, вот такие вот вещи. Причины нарушения этого обмена могут быть совершенно разными. Это могут быть и неправильный образ жизни, малоподвижный образ жизни, это может быть также то, что мы неправильно питаемся, например, сильно белковая диета, когда слишком много белка употребляем, да, например, много мяса и так далее, это все может повлиять как раз на нарушение баланса. И также нарушение баланса в кальции, в обмене кальция, да? Также еще одна интересная вещь, когда мы принимаем слишком много кальция, и он также откладывается в наших почках, и может вот такие заболевания как бы сопровождать. Ну, что мы видим для себя, какие могут быть также вот с нашей практики, да, заболевания, именно связанные с почками. Это, во-первых, то, что часто наши почки атакуют различные микроорганизмы. И, как правило, очень редко мы проходим анализы именно на тему, какие же микроорганизмы атакуют наши почки. Если это гломерулонефрит или пиелонефрит, очень часто это речь идет об гемолитическом стрептококке. Даже у нас были такие пациенты, которые имели очень большие титры бета-гемолитического стрептококка и уже дошли до диализа, да? Которые на самом деле, ну, запустили свою ситуацию. Как ее не запустить, мы сегодня как раз поговорим. Также такими причинами нарушения вот этого обмена веществ, потому что все, что мы сегодня говорили до этого, это больше о симптомах, как бы о том, что уже происходит в нашем организме не так. А в чем же причина заболевания? Это, конечно, у каждого совершенно может быть индивидуально, и эти болезни почек также
индивидуально, да, у кого-то одна причина, у кого-то другая. Ну вот часто, из часто встречающихся причин это бета-гемолитический стрептококк, это стрептококки, стафилококки разных категорий, да, это часто встречающийся также протеус или протей, вот, и также другие могут быть бактерии, которые могут атаковать наши почки. Узнать конкретно, что конкретно у вас послужило причиной заболевания, можно с помощью обследования, диагностического тестирования, которое проходит в сети центров Smart Life, на которое вы можете записаться любым доступным методом. Да, у нас есть на нашем сайте есть контакты, есть колл-центр, который с удовольствием, где бы вы ни находились в Украине, также за границей, запишет вас в сеть наших центров или же на личную консультацию, или же на консультацию онлайн. Что касается того, как же, что же нам делать, да, ну вот уже сложилась такая ситуация, уже есть такая проблема, как же ее решать? С помощью приборов мы можем очень эффективно влиять на наши почки, помогая им, да. Как работает прибор? Ну, буквально в двух словах. С помощью частот он попадает в резонанс с нашими органами и системами, и как камертон настраивает наш организм на нужную частоту, и мы начинаем чувствовать себя лучше, а организм начинает работать в правильном ритме. Если же мы работаем с паразитами, то тогда мы также настраиваемся на частоту паразита, только с большей интенсивностью, и таким образом его разрывает. И он от нас уходит. Потом мы ставим такие программы, как дренаж, детоксикация, глубокая очистка организма и выводим продукты жизнедеятельности этих паразитов и получаем замечательные результаты. Итак, какие же программы у нас на приборе мы можем поставить для того, чтобы, во-первых, сделать профилактику с сезонным обострением болезней почек, и, во-вторых, конечно же, пройти, ну, такой базовый курс лечения и помочь своим почкам вспомнить, как нужно правильно работать. Таким базовым курсом я бы порекомендовала поставить следующие программы. Ну, во-первых, моя любимая программа – это регуляция и очистка почек. Вот если мы зайдем в приборчик наш, в меню, мы можем в… Есть такой у нас набор, наборы терапевтических программ. Да? И там в разделе «Наборы для регуляции жизненно важных функций» находится эта замечательная программа «Регуляция и очистка почек». Соответственно, если мы выбрали эту программу, и у нас уже даже начинаются почечные колики, даже уже начинается почечный приступ, мы можем просто поставить эту программу и уже буквально за 15 минут получать результаты. Я это проверила на себе. Знаю, насколько это бывает ужасно, больно и тяжело выходить из таких состояний, но тем не менее, с помощью прибора, с помощью этой программы это намного проще и намного легче, потому что буквально 15 минут и уже идет, ну, такое состояние, я бы его назвала как какой-то энерготоник, да, когда вот ты уже чувствуешь, что почки перестают сжиматься, перестает вот эта боль такая режущая вот чувствоваться, и все это очень быстро снимается. Также, кроме этой программы, нужно поставить на приборе такую программу, как почки, тонизирующая программа. Она находится в разделе антипаразитарные программы, в разделе урология и нефрология. Также вот эта тонизирующая программа также очень хорошо влияет на почки. И почему она находится в разделе антипаразитарные? Потому что она также влияет на те причины, на тех паразитов, которые могут усугублять работу почек. Следующая программа – это почки, солевой обмен. Программа из терапевтических наборов, вот, регуляция солевого обмена, она находится в программе, там, где у нас терапевтические программы и анатомия, физиология. Также очень хорошая программа, отлично помогает. Есть также программы из раздела терапевтических, также анатомия, физиология, это почки, почки слева, почки справа, почки слева у женщин, у мужчин,
в общем, справа у женщин и мужчин, в общем, все программы, которые касаются почек. Также мы их выставляем на приборе. Также в разделе терапия есть программы урология и нефрология. И там у нас есть замечательные программы почки, почки контрольные частоты. Вот, и почки регуляции солевого обмена, также там есть эти программы, также они все это базовые программы, которые помогают нам настроить свои почки как камертончиком на правильную частоту. Если мы поставили антипаразитарные программы на тех или иных паразитов, например, если мы знаем, что это бета-гемолитический стрептококк, мы можем его также выставить. Любые стафилококки, стрептококки, всех возможных названий вы можете найти на приборе SmartLife в разделе антипаразитарные болезни, вызванные бактериями. И по алфавиту, соответственно, выбрать то, что нужно. После этого нам нужно поставить обязательно программы из раздела антипаразитарных детоксикация и токсикология. Это будет программа обязательно к использованию детоксикации печени, почки и лимфа, да? Для того, чтобы очистить именно выделительные органы. Очень рекомендуем эту программу, потому что она также очень хорошо влияет на наш организм. Ну, а теперь плавно переходим к результатам. Какие же результаты мы получили? Безусловно, что те программы, которые я назвала, это те программы, которые рекомендуются, ну, каждому пациенту, да? Каждому, у кого есть почки, да? Уже можете их ставить. Вот, соответственно, это базовые программы, которые ни в коем случае не могут вам навредить, только помочь восстановиться, или же, если у вас только что-то только начинается, помочь это купировать очень так мягко и легко. Если же у вас серьезное заболевание, конечно же, нужно обязательно обратиться в сеть центров SmartLife для того, чтобы врачи или специалисты центра вам посоветовали, поставили то, что конкретно вам нужно. Да? Какие же у нас были результаты именно по лечению почек с помощью прибора SmartLife? Ну, конечно же, в первую очередь это лечение мочекаменной болезни. Да? Вот, соответственно, по мочекаменной болезни очень хорошие результаты, очень много результатов. Это когда камни растворялись и выходили практически безболезненно. При этом камни, ну, любого размера, любого практически солевого состава, потому что там есть разный еще солевой состав. Ну, мы не будем сегодня очень так детально углубляться в эту тему, потому что, наверное, для пациентов слишком много будет такой информации, и она, возможно, не нужна. Все-таки важно узнать, как, каким способом это решить, да, а не углубляться в какие там бывают оксалаты и так дальше, да. Все эти программки у нас есть на приборе в разделе урология и нефрология, можно найти даже на любые камни, можно подобрать себе соответствующую программу. Что касается вот наших пациентов, то мы, как правило, даже берем пациентов, которые просто имеют заключение со своих больниц, поликлиник, или где они узнали о том, что у них вот проблема с почками. Да? Мы уже по этим заключениям можем составить достаточно хороший набор программ, с которым потом можно работать, да? С которым потом можно получать результаты. Результат буквально месяц-два, и уже будет налицо. Как бы, если работать систематично, месяц-два достаточно для того, чтобы вывести камни из почек, чтобы они сами разложились на мелкие крупицы и сами вышли безболезненно. А у нас были пациенты, которые имели 12 небольших камней в почках, вот, и через 2 месяца они даже на УЗД увидели, что нет у них уже этих камней, что они все растворились и вышли. Вот. Что касается острых, да, процессов, когда вот вы уже чувствуете, у вас уже болит спина, и все, у вас уже, ну, просто капец, нужно вот спасать. Тогда на приборчике мы сразу выставляем программу и крутим их до того момента, пока не получим результата. Ну, как правило, через 15 минут мы уже чувствуем
небольшое улучшение, что уже начинает попускать. Через несколько часов улучшение становится стабильным. Через несколько дней вы уже понимаете, что вам уже, в принципе, даже включать не нужно. Ну, также вот болезни почек часто сопровождаются такими неприятнейшими моментами, как цистит, да, который, ну, действительно, вот он мешает жить, да. Тут также можно, кроме почек, выставить программу на цистит и также получить результаты. При этом абсолютно не нужно ничего греть, не нужно ничего никуда делать. Все очень просто и, скажем так, максимально комфортно для любого человека. Ну, я, например, очень так скрупулезно к этому отношусь. Я не люблю ничего там пить, никаких таблеток, и в том числе очень не люблю делать никаких процедур. Поэтому для меня прибор — это просто была волшебная палочка, потому что если что-то вдруг заболело, я знаю, что я на приборе это поставлю, и я буду уже получать результат, просто держа прибор возле себя, независимо от того, делаю я это или нет. Вот, делаю я какие-то манипуляции или нет. Так, если же это уже серьезное заболевание, и если уже, скажем так, это пиелонефрит или гломерулонефрит, или что-то уже серьезное, когда уже начинаются такие, ну, серьезные дисбалансы. Что же тогда мы делаем, да? Тогда, когда уже нужен гемодиализ, да, у нас тоже были такие пациенты, которые уже приходили тогда, когда почки уже отказали. Что же делать? Конечно, уже программы, регуляция почек, регуляция чистка почек, там, почка слева, справа и так далее, это уже все будет, ну, как бы, просто поддерживающей терапией, да, потому что других вариантов сильно повлиять уже не будет, да, поскольку сам организм уже начинает атрофировать этот орган, не только он уже его отключает. Соответственно, это уже очень плохо. Да. Соответственно, в таких случаях мы можем предложить то, что реабилитация будет проходить более комфортно. Можем улучшить какие-то такие вот вещи, которые связаны больше с самой процедурой, да, потому что и сама эта процедура очень болезненна и очень, ну, неприятна, скажем так, для пациента. Наши пациенты это отмечали, что да, на самом деле становится лучше, что приношу гемодиализ лучше. Но как бы полное выздоровление уже, к сожалению, вряд ли наступит. Я, конечно, вот скажу так, что в чудо нужно верить в любом случае, да, и оно всегда случается. Но есть уже те случаи, когда мы уже говорим, что, ну, ничего не может, нельзя больше гарантировать, да, к сожалению. Но, конечно, верить надо обязательно в то, что все будет хорошо. Если человек хочет улучшить свое состояние здоровья, безусловно, он должен в это верить и делать определенные действия. И в этих действиях прибор, он просто является, ну, незаменимым, просто является палочкой-выручалочкой, да? Почему? Потому что, используя прибор, вы всегда можете получить результаты не только по болезням почек, но также поставить еще дополнительные программы, да, и запустить весь свой организм, да? Поэтому очень важно правильно использовать прибор. Вот. Тут у нас есть очень много разделов, где мы можем поставить и выбрать самые нужные нам программы. Да? Ну вот, например, давайте зайдем в терапевтические наборы программ и попробуем найти мою любимую программу «Регуляция очистка почек». Да? Мы должны вот так вот кнопками вверх-вниз дойти до наборов. Которые регуляции жизненно важных функций, да? Он у нас находится, наборы для регуляции жизненно важных функций. Вот эта программка, да? У нас она на букву N находится, да? Мы заходим в этот набор, и вот мы видим активация защитных функций. Отличная программа, замечательная, нужно ее каждое утро прокручивать. Антиболь, прекрасная программа, если что-то заболело, можно ставить. Но если заболели почки, то лучше поставить регуляция и очистка почек. Глубокая очистка организма, замечательная программа, обязательно нужно ее ставить.
детоксикация организма, регуляция желудочно-кишечного тракта, тоже тут есть замечательная программа. Вот, регуляция чистка лимфатической системы, регуляция чистка почек. Ну, каждая программа тут на самом деле в этом наборе на вес золота, да? Потому что эти программы позволяют нам вот в любом случае жизни найти для себя вот такую палочку-выручалочку. Мы заходим в эту программу, у нас она идет 40 минут, мы нажимаем запустить, и у нас начинается отсчет. И все, наш приборчик уже работает и уже излучает чистоту, которая положительно влияет на почки. Я для себя поставлю, потому что лишней она, безусловно, не будет. Вот, тем более, что у меня такие проблемы тоже есть. Но, тем не менее, я вот расскажу немножко о своем результате, да, потому что я уже говорила, что у меня с 20 лет начались проблемы с почками и... Это были почечные приступы, это были колики, это был мочесолевой диатез. Как бы это еще не камни, это еще не какие-то такие системные проблемы, но это было ужасно, потому что у меня каждый раз это проходило с ужасным обострением. И когда я познакомилась с прибором, я сразу же начала использовать программы непосредственно для регуляции. Все было замечательно, несколько раз я поставила для себя просто базовый комплекс, просто для того, чтобы вот пройти эти программы, и как-то несколько лет почки меня абсолютно не, ну, я даже забыла, что у меня есть такая проблема. Когда я забеременела, а это всегда влияет на почки тоже, потому что увеличивается объем работы, которую они должны сделать, когда я забеременела, я чувствовала себя превосходно, все было замечательно. Но в какой-то момент у меня в анализах, ну вы знаете, что все, кто беременные, должны проходить там вот эти консультации каждые 2 недели, там сдавать анализы и все такое. Ну, каждый месяц хотя бы. Ну, я проходила, помню, очень часто это. И у меня начались ухудшаться анализы. Все анализы были просто вот именно на мочу, анализы мочи, вот соль и так далее. Все показывало белки, ну в общем все ужасно. Просто кошмарные анализы. И мне уже говорили, вам нужно уже принимать что-то, потому что это уже серьезно, это может перейти дальше, вам нужно уже как-то обратить на это внимание. Ну и как на это обратить внимание, когда ты беременная, у тебя как бы ничего практически нельзя, да? И, конечно же, я обращала внимание с помощью прибора, вот, прибора Smart Life. Я выставляла нужные программы, но что самое интересное, что у меня начались также отеки, начали сильно отекать ноги. Я уже прям была, ну просто перепугалась, потому что я таких ног у себя никогда не видела. И у меня всегда вес был, ну там до 50-50 килограмм, да, там 51. А тут, ну, соответственно, во время беременности, а это уже было во втором триместре, в третьем триместре, это уже ближе к родам, конечно, вес уже больше, уже ребенок большой, воды много. И у меня начались вот эти воды, да, оставаться в ногах. И я просто... Очень сильно переживал, думаю, господи, если вдруг это не сойдет, я же не знаю, как я буду жить дальше. Вот. И, соответственно, я постоянно выставляла программы, постоянно выставляла себе программы, которые бы поддержали почки, которые бы помогли им справиться с этой нагрузкой, которые бы помогли им вот именно решить вот все эти проблемы. Программы на удаление каких-то бактерий, которые могли их атаковать, я в то время не ставила, потому что это, ну, и так организму тяжело, а это еще дополнительная нагрузка. И решила, что этим займемся после родов. Соответственно, как сработали эти программы? Роды прошли прекрасно. Вся вода полностью, все сошло на нет. И уже на второй день я уже, ну, была дюймовочкой. На третий день, когда я пришла, потому что я, ну, соответственно, не была в никаких медицинских учреждениях, а вот на третий день, когда я пришла в поликлинику для того, чтобы там, ну, получить справку о том, что я родила ребенка, меня не хотели пропускать на УЗД, потому что говорили, не может быть, что этот человек родил ребенка 3 дня назад. Почему? Потому что у меня все уже было так, как 9 месяцев назад, да, уже все полностью, ни живота не было, ни отеков, ничего, все было просто идеально, да. Самой было, не верилось, да, что такое возможно. Но это возможно. Возможно, потому что
Я постоянно помогала своему организму с помощью прибора реабилитироваться. Такие же результаты у нас получили наши пациенты по лечению камней. Я когда слышу их результаты, то просто иногда аж плакать от этого хочется, потому что один пациент говорил так, говорил, я пробовал абсолютно все. Я делал дробление камней. Я занимался различными манипуляциями, делал даже операцию по удалению, да, ультразвуком дробили и так далее. Как бы пил воду на разных там источниках, которые там улучшают мочесолевой обмен, да. В общем, всем этим занимался, водно-солевой обмен и так далее. Мне ничего не помогало, ничего не давало стабильных результатов. Только когда я попробовал прибор и частотно-резонансную терапию, когда я начал пользоваться прибором SmartLab, я понял, что на самом деле можно победить свою болезнь вот так вот просто нажимая на кнопку. Он говорит, сегодня я могу об этом кричать абсолютно всем, ну так же, как и я, потому что на самом деле, когда ты это чувствуешь, то твое мнение меняется, и эти эмоции невозможно, ну никак передать, их можно только почувствовать, это можно только проверить на себе, да? Соответственно, самое главное, это, конечно же, начать пользоваться прибором и получать свои результаты. Если у вас уже есть такой домашний доктор, как прибор SmartLife, я вас с этим поздравляю в первую очередь. Если вы клиент нашей системы сопровождения Smart System, то вы в надежных руках, потому что наш колл-центр, наши врачи, наша сеть центров инновационной медицины SmartLife безусловно доведут вас до самого лучшего результата, потому что наши консультанты, они не спят и не едят, они только об одном думают, как бы помочь человеку получить личные результаты по здоровью. Что касается того, как же составить для себя набор программ. Ну, сегодня вы получили базовый набор, да, который вы можете себе на приборчике буквально за 5 минут запрограммировать, создать набор и уже начинать лечение. Более индивидуальный набор вы можете получить также от компании Smart System, от нашей поддержки, онлайн-поддержки и сопровождения. Каким образом? Вы пишете запрос на e-mail и получаете ответ. Также вы можете связаться с нами в мессенджере, также поставить свои вопросы. Мы вас очень любим и ценим, да? Соответственно, желаем вам только здоровья, только самого лучшего. Начинайте работать со своими почками уже сегодня. Не откладывайте эту болезнь на потом, не откладывайте это в длинный ящик. Потому что когда уже нужен гемодиализ, сделать что-то очень сложно. Конечно, существуют супер-пупер чудесные истории выздоровления, но не рассчитывайте на это. Пользуйтесь уже сегодня. Поддерживайте свое состояние здоровья хорошим уже сегодня. И держите контроль над своим здоровьем в своих руках. И только тогда вы сможете получить 100% результат. С вами была Олеся Халецкая. Я вас всех благодарю за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы или какие-то предложения, пожалуйста, все нам пишите. Мы будем отвечать. Мы очень любим общаться со всеми нашими клиентами, пациентами, со всеми, кто думает о своем здоровье, потому что думающие люди – это всегда прекрасно и положительно. Спасибо вам за внимание и до скорых встреч!